Блин, у меня вот такие насадочки, они и под пробойники, и под что хочешь. Ну, иногда и под молоточки. Потом решил еще добавить чуть-чуть. Вот теперь вот столько у меня их всяких разных. Надеюсь, что пригодятся. Это так было предисловие. Наделала вот таких вот насадочек. Чуть-чуть под молоток. Буду пробовать, что и как работает. Вот она ребро. Сейчас вот это ребрышко надо разбить. Вот это вот как следует. Ну потом заняться ямкой. Еще чуть-чуть вот остается ребро. Вот, еще немножко видно ребро замятости. Ну, вот оно ребрышко белым от пробойничков и от молотков. Вот оно идет, ребро. Все равно еще чуть есть. Надо забивать дальше. Ну, вот ребро. То, что мне не нравилось, ушло. Осталась только наша. Вот она вмятина. Вот в линии видно. В отраженке прыгает. Надо поднять эту вмятинку. Вообще, конечно, это так, чтобы я поэкспериментировал. Как мы видим, машина тут не первая и не второй свежести. Сейчас у нее весна, все цветет. Вот. Это так, ради эксперимента. Обкатать чуть молоточки. Вот они тоже вмятины есть. Они не могут не есть. Вот такая вот весна на Заречной улице. Пышным цветом. Ну, вопрос стоит в том, чтобы вот здесь побороться еще. Покрасочка заводская, она такая очень-очень сухая. Вот оно наше место, наша вмятинка. Чирка. Черканули чуть. Естественно, что здесь у нас находится труба на этом месте. И под ней вот так вот шумка.
Все как положено. Я теперь и сам не найду, где тут что было. Не, вы забыли, что делать, только для тазика выбрать. Подбирать только на нее на свет. Блять, губу, блядь, откидала, сука, не могу, блядь. Не матерись. Ну тут нас не интересует. Где-то вот здесь вот было что-то.